Рев моторов стальных коней, выступления акробатов и силачей в сопровождении живой задорной музыки. Все то, что так привлекает нашу молодежь, слилось в едином порыве веселья на стадионе «Колос». Фестиваль «Мы приднестровцы» — это настоящий подарок городу от молодежного движения «Нет коррупции» и байкерского клуба «Стальные сердца». В преддверии 25-летия Приднестровской Молдавской Республики, в первую очередь это приурочен праздник к данной дате, и хотели сплотить молодежь, конец лета, хотелось, как говорится, чисто по-молодежно оторваться, чтобы люди нарадовались. Среди участников выступления самая талантливая молодежь нашего края. Юноши и девушки, говорят, собрались здесь, чтобы устроить настоящий взрыв позитива. Сегодня для нашей молодежи будут выступать 4 коллектива, все они приднестровские. Будут выступления просто рок-музыкантов, будут конкурсы, будут спортивные состязания там, на ходулях, бег на лыжах, будет фаер-шоу, сегодня коллектив выступать, ну и кульминация, естественно, будет праздничный салют. Выступление мастеров циркового искусства сменилось увлекательными и смешными конкурсами. Далее всех собравшихся удивляли своим умением настоящие рыцари дорог, ну а позже на сцену вышли молодые рок-группы. Для совсем юной команды All at Once выступление на этом фестивале дебютное, а значит, это не только шанс вместе со всеми отпраздновать наступающую годовщину нашей республики, но и хорошая возможность заявить о себе. Мы вообще играем панк-рок, это очень слабо развито в нашем государстве, так сказать. Вообще музыкальная сфера слабо развита, мы стараемся поднять это уровень культуры, так сказать. Собираемся играть дальше. Этот фестиваль на самом деле весьма важен, он посвящен 25-летию нашей республики. Чем живет молодежь? За будущим государства со зрительской площадки наблюдали городские власти. Среди гостей мероприятия глава государственной администрации Бендер Николай Глига. Молодежь очень разная, интересная. И есть и клубы байкерские, вы видите, есть спортсмены, есть люди, которые занимают активную жизненную позицию, в том числе общественную. Прекрасный праздник для наших молодых людей, которые сегодня уже второй день его празднуют и таким образом отмечают окончание летнего периода и начало нового учебного года. Об успехе фестиваля можно было судить по пристальному вниманию и настоящему восторгу зрителей всех возрастов, которых было немало. Меня пригласил сюда парень, он играет в группе All at Once. Я пришла, чтобы его поддержать, его группу. Я считаю, что такие акции нужны, так как это сближает людей. Это очень интересно. Для того, чтобы другие люди тоже, видя это все, знали, что рок-музыка, рок-движение – это не что-то негативное, это не что-то плохое. Каждый из присутствующих радовался по-своему, и 2 дня фестиваля пролетели как один миг. Этот праздник раскрасил последние дни уходящего лета в самые яркие цвета. Екатерина Чеботарь, Артем Белянский, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.